Ну вот, дошел я вот этими ногами-то набережной. Набережная – это такое место, где земля встречается с морем. Благоустроенное людьми место. Вай-вай-вай-вай-вай, что я вижу? Господи ты, Боже мой! Господи ты, Боже мой! Это пиздец! Ну вот, посмотрите. Какая тут сегодня грязь. Охуеть. Охуеть полный пиздец. Видите, да? Не часто такое вижу, но далеко не первый раз. Море принесло грязь, выбросило его на этот берег. Да. И вот так вот все это выглядит. И дальше вот вдоль, сейчас же, и дальше вдоль вот этой вот стыковки набережной с морем, везде грязь. Господи, а там вон дальше просто куча нагребли этой грязи. Ладно, дойду, покажу вам. Вот, просто смотрите, тут вот грязь на набережной, там грязь. Вы представляете, насколько люди неопрятно живут? Просто сами люди живут неопрятно. Эта же грязь, она не возникает сама по себе, откуда-нибудь. Это все продукт жизнедеятельности человека. Те, кто тут живет, вот они этот мусор выкидывают, в том числе в море. Его море приносит обратно людям. Отдает и говорит, как вы. Вот вам ваш мусор, посмотрите, не обляпайтесь. Ну вот, люди вокруг этого мусора пытаются купаться. Вот посмотрите, да? Посмотрите, вот здесь вот отель, какой-то дорогой отель. И перед отелем все мусором. Вот набережную они вроде перед выходом в море пробрали. А здесь посмотрите на это. Просто посмотрите. Залежь. Не, ребят, как хотите, это пиздец. Вот после такого визита на море несколько дней сюда приходить даже не хочется. Как болеть зрить такие виды, все это вот это вот грязь. Ну посмотрите, какие залежи грязи. Вот это вот все, набросали туристы. Вчера, сегодня, то есть последние дни все это набросали. Вы можете себе представить в Сочи такую картину? Или где-нибудь в Калифорнии? Я не могу. А во Вьетнаме? Во Вьетнаме это уже даже вот это уже в рамки не вписывается. Ни здравого смысла, ни вообще какого-то человеческого определения бытия. То есть вот эта грязь, она вне категории. Некатегорийная грязь. И вот сколько бы я туда не сварил, вот туда, все дальше грязь. Вот такая сегодня суббота. Блин. Ну жопа, что сказать. Жопа. Все это видеть глазами. Это удовольствие ниже среднего, ниже плинтуса. Вообще удовольствия никакого. То есть это может быть познавательно где-то. Но, блин, как же это мерзко все выглядит. Курортное место. Охуительное, замечательное, красивая, классная страна Вьетнам. И вот так вот все это засрано. Ну, как же так, ребята? Ну, что ж вы так вот себя ведете? Что ж вы срете под себя? Очень обидно мне за вас. Жутко обидно. Ладно, дойду вон туда, посмотреть, что это за хрень на пляже.